Девчоночки, привет! Мы вот на дачу едем снова. Я же сюда отвернулась-то. На стульчика стишок. Привет, скажи. Девчонки, привет! Хотела вам быстро аутфитик свой снять. Вчера купили буквально в твое огромные скидки. Такой простенький свитер, но очень миленький. Луки, мои джинсики. И я. На даче. Да мне нравится с тобой ковыряться и время проводить на козявке. Да нет, да не держусь. Вы с папой в носочках одинаковых дач? Чарли. Мне опять не фокусируется. О, фокус пошел. Маринуем шашлычок. Новый диванчик. Прыгать неудобно тоже. Уэль. Ты папе сейчас появился. Ты же, это тебе батут, что ли? Это кровать вообще. Зачем ты плед сняла, малыша? А зачем ты плед сняла и прыгаешь на чистых одеялках, а? Я хочу. Ну давай чуть-чуть, ладно уже. Дач, нравится на даче тебе? А что ты рисуешь? Темновато так. Кошечек. Ты моя красавица. Кошечек. Кружочек? Да. Молодец. Кошечек. Поехали? Все заледенело, да, дочки? Чарли. Поехали. Чарли. Пойдем. Скользко-скользко, можно на коньках кататься. В своем сноубордическом костюме старом. Оп. Сейчас я упаду, по-моему. Типа на коньках катается. Надо было коньки брать. А на том другом прудике. Лишница. Дочь, домой едем? Да, домой пора. Все подморозило. Домой, да, пора. Черлуш. Черлуш. Мы еще приедем, мой хороший, да? Привет! Сейчас едем делать Арине пенсионный для садика. Нам нужен. Вот, потом в магазин. К нам сегодня приедут друзья. Вот у нас на улице минус 7, по-моему. Я еще хотела зайти в Литуаль, купить себе гель для бровей. Потому что тут они у меня непослушные стали. Вот такие классные часы от мамочки у меня. С таким силиконовым ремешком. Это Кельвин Кляйн. Очень мне нравится. И коробочка была просто потрясная. Девчонки, хотела вам показать. Вчера увидела рецепт курицы в молочном соусе, в сливочном. Вот то, что сейчас делаю. Порезала филе курочки на кусочки. Слегка обжарила. Добавила соевый соус. Обжарила соевым соусом. Вот травки прованские. Майоранчика чуть-чуть. И потом все это залила молоком наполовину с водой. И чтобы соус был не выпарился, а был такой густенький, добавила чуточку муки. Вот сейчас доготовлю, буду пробовать. Еще щавельный супчик делаю. Ты в бассейне приехала купаться, дочь? Да. Молодец. Снимать там нельзя, в общем, где вода. Мы пошли. Ух ты! Кто плавает здесь? Девчоночки, всем привет. Вот сейчас вечер, ждем друзей. Будем креветочки есть, давно не кушали. Детишки поиграются. Вот. И ну так недолго посидим и домой разойдемся. Я в домашнем виде, вообще не накрашенная, слегка зеленая. Я потому что тут два дня назад просто траванулась. Жутко мне было это. Словами не описать, давно я такого не испытывала состояния. Ужасно, в общем. Чувствовала себя. Вот. И сейчас стараюсь
по минимуму. Жирное не есть, ничего не есть. Вот даже не знаю, креветок очень хочется, но не знаю даже, буду-не буду. Но, конечно, наверное, чуть-чуть покушаю. Не выдержу я смотреть на это все. Вот. Так что вот так. Поедем в бассейн, наверное, завтра. В другой. Еще в один нам посоветовала Любаня моя. Посмотрим, как там. Девчоночки, привет! Сейчас буду запекать курочку с картошкой. Как сказать, я не чистила вот такую мытую. Вот, всякие травки сушеные, чесночок. Ренат там магнитофон уронил. Вот, в общем, запекать буду сейчас и буду делать сырники. Так захотелось сырников. А еще мне безумно захотелось икру трески. Я даже не знаю, ела я ее когда-нибудь или нет. Мясо съела, печень трески, точнее. Сейчас попробую с хлебцами моими любимыми. Как это? В общем, у меня тут две пачки обезжиренного творога, два яйца, но, наверное, добавлю одну капельку муки, добавлю, и вот такой будет у меня сахар с корицей, чуть-чуть совсем. Хотела ванилин вместо сахара добавить, но не оказалось дома, а я не купила, почему-то думала, что есть. В общем, попробуем, что получится. Корицу мы любим все. В общем, добавила я всего одно яйцо, чуть-чуть прям этого сахара с корицей, и в итоге вместо сахара просто три таблетки с водичкой чуть-чуть с теплой развела сахарозаменителя, потому что все-таки я сейчас стараюсь сладкое не есть. И такое диетическое достаточно, буду без масла делать, без всего, обезжиренный творог получился, капельку, прям просто щепотка для вкуса, чтобы корица была, заменитель сахара и одно яичко. Вот, буду на вот такой сковородке. Надеюсь, не пригорит. Вообще, она антипригарная. У меня всегда с сырниками проблема была, поэтому я их не люблю делать. У меня все время какие-то получаются либо жутко сухие, либо пригоревшие. Посмотрим, что на этот раз будет. Делаю борщик сейчас на говядине. Запах просто потрясающий исходит. Вот, смотрю по телеку немножко беременна, или как так называется, прикольный фильм. Вот, сейчас пойдем уже спать с Ариной на дневной сон. У нас время час. Сейчас 15 уже. Так что вот так. Девочки, хотела влог свой закончить, показать вам поближе часики. Я ими просто безумно довольна. Наверняка же потом кто-то будет спрашивать. Это Calvin Klein. У меня, как всегда, ничего не фокусируется. Вот даже еще эту пленочку не отклеила. Силиконовый с номером ремешочек темно-синий. Очень приятный. И такой стиль у них получается. И спорт, и классика, все вместе. Просто я безумно довольна ими. Вот. Спасибо мамочке. Вот синий ремешок. Он уже поздно. Шло все вот в такой коробочке. Такая мягенькая бархатная подушечка. Обязательно книжечка в европейском, мы покупали в торговом центре. Сейчас, доченька. Вот там вся инструкция на разных языках, плюс гарантия. Там. Вот. Такая классная коробочка, даже выкидывать не хочется. В общем, люблю я хорошие сумки, хорошую обувь и классные часы. Болезнь у меня на часы. Ой. Еще одни часики. Да. Сейчас, да, Чуш? Скажи всем пока-пока. Пока-пока. Но Саринка немножко кашляет, но в бассейнчике немножко простудилась. В общем, это даю ей стадаль гомеопатически, нам помогает хорошо. Вот. Надеюсь, вам понравился этот влог. Ой, будь здорова, точно. Вот, мы ждем папу. Сегодня к нам еще приедет мама моя. Неожиданно сейчас позвонила. Я очень рада этому. В общем, всех ждем домой, да, дочь? Да. Что, будем кормить всех? Мы еще... Ты сюда альбом свой принесла? Да. Ну иди рисуй. Пойдем рисовать, пойдем. Все, пока-пока, девочки. Спасибо вам за то, что смотрите меня. Нам очень-очень приятно. Дочь, скажи еще раз пока-пока. Чего ты застеснялась? Штанину опусти. Молодец. Не до конца. Ну все, пока.